Вот столько подарков принесла Ангелина. Сейчас придем домой, будем смотреть, что там. Очень тяжелый пакет, очень много подарков. И вот близнецы. Аня. Ангелина, а тебе газа санмуль пожапали? О! Это вот бабушка и дедушка близнецов. Они приходили к нам домой с родителями, а обычно забирают с автобуса и провожают на автобусах бабушка с дедушкой. Они живут вместе, я так поняла. Это очень удобненько. И такое в Корее тоже бывает. Не часто, но бывает. Вот такие с динозаврами и подарили палочки и ложки. Вау, 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 круто! Здорово! Давай покажу поближе. Ободочек. Милота. Да не доставай, Ангелина. Все равно ж не будешь носить. Вау, пороро-та. Ты дочка, а? Давай. Многие подарки вот так подписаны открыточками Ангелине. Все там, видите, целая. Ой, фокус, фокус. Целая открыточка. Не буду сейчас зачитывать, это очень много времени займет. Его дуга ханбиши, Аня? Ханбиши? Ханби, мажа, ханбида. Я та-да-дан, комбион, мекады, го-го-го. Это ее самый любимый жених, Ханби. Ей подарил. Какие-то делать голограммы, книжка. Что это? Не знаю, посмотрим потом. Ладно, давай дальше, поехали. И здесь что-то пенал, линейка, какие-то школьные принадлежности. Смотрите, как упаковали красиво, молодцы, супер. Что там? Что там? Что-то интересное. О, о! А, это чья-то мама, видно, сама связала. Это вот так вот. Вешать, поняли, да? Это так мило. Чай куда? Что это? Это можно сделать вот такую вот принцессу, к ней там кроватку, мебель, в общем, из картона. Но Ангелина в такое не играет. Ей надо только все пацанячье. Все, что принцессы, все, что розовое для нее. Вау, какая красота! А, это от садика, айго! Супсогире, орени чипсанули. Ну-ка, что там, давай посмотрим. Ох, ох, ох. На день рождения в Корее принято есть миёккук. Это едят и роженицы, когда только ребенок рождается. И потом каждый год на день рождения корейцы это едят. А это
рис. В общем, тут смешан всякий-всякий разный рис, всякие крупы. Это тоже варится и естся вот с этим вот миёк куком. Это суп из водорослей, считается очень полезным. Это вот символично очень. Что-то там уже я тут пока рассказываю, ты там уже. А это что? А это что-то... Блок. Ток-ток мини-блок. Мини-блок. Мини-конструктор какой-то. Кинкудуа. Опять динозавры. Вау! Это светящиеся такие картинки надо рисовать. То есть просто черную вот эту вот счищаешь поверхность, и остаются картинки, которые светятся в темноте. Очень круто. Главное, с динозаврами. Я так подозреваю, все-все-все друзья у Ангелины в курсе, что она любит динозавров и акул. О-о-о, сколько фломастеров! Ничего себе! Чинчаманта, 30 цветов. Давай, дай сюда, дай покажу. Дай. А, это гелевые такие ручки. Это гелевые ручки. 30 цветов. А это такое зеркальце с расчесочкой от Hello Kitty. Очень прикольно. Как раз вот такого гребешка на ее шевелюру будет в самый раз. Три волосинки расчесать. Ну вот не девчонка, она не девчонка, конечно, ей это все. Не знаю, может, Софии отдадим. Хотя София тоже не девчонка. Да. Вау! А что это? А, это что-то вот так вот видно. Розы. Обводить. Не знаю. Сложно. Столько в Корее всякой фигни, что... А это кто? Сынью. Сынью. Сынью, это ты. Чинча? Отуке, ара. Отуке? Еще один, еще одно яйцо. Когда я дали, отуке, ара, сонига умненго. Дига бариса, так? О, амунайте. Друзья, вы сейчас будете просто в шоке. Ей подарили те яйца, которых у нее нет. Хотя это сложно, у нее практически все есть. Но она заранее, видно, друзей предупредила, кого надо дарить, какие подарки. Да ты... Ангелина, я с тебя не могу! Прикиньте, приходит ребенок домой, родителям говорит. Ангелине надо подарить вот такого-то динозавра. Они, кстати, довольно дорогие, вы знаете, да? Около 10 долларов стоят. Хотя принято в пределах 5 долларов дарить подарок. Давай. Вот такие палочки. Вот такие палочки для детей, видите, они идут вот с таким вот держателем. А когда дети учатся есть палочками, они начинают вот с такого варианта. С 36 месяцев, то есть вот с 3 лет. Учатся. Можно иностранцам, да, учиться на таких. Ой, какая красота! Бантик там еще был вот такой. Она, главное, знала заранее, кто ей подарит эти яйца и какие именно. Ну, капец, я в шоке. Пройдоха. Буяйка! Зубная щетка. Розовая. Поэтому... Поэтому она и кричит, муяйка. Потому что розовая. А так нам на день рождения надарят обычно столько этих зубных щеток, что потом целый год ими пользуемся. Но в этот раз всего одна зубная щетка, потому что уже Ангелина уже знает, что просить. И опять принцесса, опять розовая. Те, кто не в курсе, с
сразу видно, кто из детей дружит с Ангелиной, а кто не дружит. Смотрите, какая рожа. И здесь тоже был комплект ложечки, эти самые палочки тренировочные. И таких наборов у нас тоже уже просто миллион. Вот. Поэтому можно потом передаривать кому-то. Все, что розовое, можно потом передарить другим детям. Прикиньте, прикиньте, кто-то подарил, оно к нему вернется. Я шучу, конечно, нет, это мы, может быть, куда-то в Россию подарки туда будем отправлять. Туда, может быть, положим посылку или не знаю. В общем, вот такая куча подарков. И вот так вот в Корее проходят в садике дни рождения. Давай, говори всем пока-пока. Аннём. Хэйади. Аннём. 여기까지 김한젤이나 선물이었습니다.